Тема великого скупчення безпритульних собак вже декілька років залишається актуальною для нашого міста. Та неправильно з'ясовувати, добре це чи ні. Адже це питання моралі кожного. Треба шукати вирішення цієї проблеми. А от яким його вбачають южниці, будемо дізнаватись сьогодні. Очень часто встречаю, очень отрицательно отношусь к тому, что они есть. Вижу с этими специальными, как они там называются? Сережка такая. Да, 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 с этими клипсами, то типа они стерилизованы или кастрированы. А-а-а. Хоть это уже радует. Часто встречаем. Вот только что видели, колбасу покупали люди. То есть нормальное отношение. Подожди, где-то я только что... Нет, мы проезжали за мной, перед городом, по-моему, проезжали, что было много собак. Ну, какое впечатление? Вот мы пришлись уже. Ну, они там без бирок там всякие. Здесь я не. Что-то я не обращала внимания, если честно. Часто? Да, часто встречаю. Конечно, бездомные собаки – это, с одной стороны, плохо, потому что есть такие, что бросаются на людей, кусают. А с другой стороны, их жалко уничтожать. Поэтому, знаете, такое мнение как бы. Ну, конечно, встречаем, да. Ну, я не знаю даже, мне, конечно, жалко их, но они такими стаями собираются. Конечно, что-то надо делать. Да, видим часто. Вам какой-то вред они лично приносили? Лично мне нет, я с ними умею договариваться. Не то, что кусали, но бросались, да. И вот, допустим, вот мы здесь живем, а внук вот в 16-м доме, он к бабушке когда идет, в 17-м, к бабушке идет, обязательно провожаем, потому что были случаи, что вот лежит собака, идет ребенок, он ее не трогает же, ничего. Ну, да, так я обязательно веду его, потому что, ну, укусить может и не укусит, но испугать достаточно. Мне лично они очень мешают. Мы с детьми едем на велосипеде, они за нами бросаются, бросаются на детей на велосипеде, если едут. Просто человек идет, ну, как без причины. Для них велосипед, почему-то они его боятся. Они боятся любой палки, скажем. Если человек идет, скажем, с лопатой или еще с чем-то, то собака на него набрасывается, потому что палка – это для нее опасность. За велосипедом однозначно лают и бежат. Нет, нам, слава богу, нет. Не надо лишний раз просто их задевать, там, дразнить. Мы как-то не боимся, вы же знаете, что они очень реагируют на страх. Поэтому не надо бояться, трогать их лишний раз. У нас во дворе пару собак, которые постоянно на машину, на детей иногда бросаются. Бабульки их там чем-то кормят. Я бы их не держала. Это мое мнение, я противник этого. Потому что проходишь, да, спокойно, она там начинает на тебя. Малый на велосипеде проезжает, она бросается. На машины стабильно, видно, кто-то их обидел. И все, они уже еле ходят, там две большие собаки во дворе. Им поставили бабулечки будки, все, их там кормят. То есть, и только что-то скажешь, какое-то слово, так там тебя съедят. Мне нет. А случаи, знаете, какие-то, может, из близких? Да. Расскажите, кусала? Ну, у меня дочке знакомую на море там собака укусила. И она там 40 уколов, как положено, да, было. Мне, слава богу, не приносили вред. Я как бы собак, слава богу, не боюсь. Но вот мой муж, например, боится собак. Мы живем на месте, там тоже у нас полно бездомных собак, как бы лазят. Они, да, вот у него постоянно собаки на него лают, гавкают, кидаются. Я говорю, наверное, ты такой человек, говорю, собаки плохих чувствуют людей, знаете, как говорится. Нет, они не приносили, но я их панически просто сама боюсь. Поэтому среди знакомых, может, случай как-то нападает? Нет, случаев никаких нету нападений такого вот. Ну, просто как-то вот раньше такого не было в городе, было почище, спокойнее было. Мне нет. А среди знакомых есть случаи? Нет. Они тебе какой-то вред приносили? Нет, не приносили. А ты сама к ним не лезешь, там погладить? Нет. Ты боишься собак вообще? Да, лично мне нет, но я постоянно боюсь за своего ребенка, за маленького, потому что, ну, реакция может быть неожиданная у них, у собак. То есть, как бы, при мне было такое, что большая собака мимо проходящего мужчины просто так начала на него бросаться. Может, они чувствуют, но я не знаю, не могу отвечать за собак. Но вы считаете вообще, вот то, что их так много, это проблема для города? Ну, вообще, да, вы знаете, проблема. Нет, ну проблема, конечно, у нас же должен быть этот приют. С одной стороны, да. Потому что вот когда они машины едут, даже вот, ну, это неизвестно, как дальше будет, сначала за машинами, потом уже за детьми будут бегать. Если бы я столкнулась именно непосредственно я вот с такой проблемой, да, вот если бы кто-то обидели моего ребенка, вот самое главное, то есть это мои дети, вот, то я бы, наверное, бы сказала, что это проблема. Пока, судя по разговорам и лично то, что я видела, вот, то можно сказать, что
некотором смысле, то да, проблема. А какие пути решения видите? Питомник. Создание питомника. А где, в Южном или за пределами? Как вы? Ну, если есть возможность, то за пределами, конечно, Южного. Потому что люди, которые живут рядом с питомниками, они тоже страдают от лая собак. Тут одна собака, когда лает за стенкой, бывает, не выдерживаешь, но когда их 100 или 200 штук. То есть как бороться с этим? А никак вы не будете бороться. Не знаю. Собаками даже предложение собаки, это невозможно с ними бороться. Потому что вот, допустим, на котельне, там их собак 20, и все девочки. И вот этих 20 собак приводят щенков. Они потом вах по Южному разбегаются. Их невозможно с этим бороться. Ну, я... к примеру, если питомник вот строить. Питомник другое дело. Не верю в это. Знаете почему? Не выделят деньги под питомник. Ну, землю под питомник. Не выделят. Здесь земля очень дорогая. Вряд ли кто-то согласится выделить ее даром. Земля дорогая. Здесь вряд ли. Надо деньги, надо кухню, надо это. Это проблема. Навряд ли. А вот, говорят, мы вот их там стерилизуем. Ребята, зубы-то у них остаются, правильно? Бросаются, то они кусаются зубами. Я любитель животных, у меня самого, я собак вообще держу все время, и сейчас собаку держу, поэтому знаю, что такое столько забот с этими, и никто ими не будет заниматься. Деньги будут уходить, а собаке будет шкуродерка нужна. Собака же не виновата, что хозяева ее где-то бросили там. Тоже жалко, конечно, жалко. Это, вы понимаете, ну как вот вы усыпите, вот дадите ей кушать. Вот недавно вот в парке кто-то кинул, отравил ей эту собаку, и она упала посредине парка. И люди обходят, она бедная просит помощи людей. Это, ну, это невозможно. А усыпить это нужно только ночью, когда люди спят. Хорошо, девушка, смотрите, был такой, мы когда-то вот работали в ЖЭКе в нашем, и был специально парень, который ловил их, этих собак, и уничтожал. И душил, да. Да, вот там, где сейчас ангар стоит возле моря, там был такой ящик сделан специально, и он их туда... Это его личность? Да, это его работа была. Работа. Ему работа, даже, по-моему, его взяли из расчета, что на такую работу же не пойдет никто добровольно. Что, и по-моему, даже квартиру обещали ему. Ну да. И он ходил, у него был кусок проволоки там, и он их отлавливал там. Это было? Было, было, честно, это же я не выдумал. И он, главное, он взрослых не ловит. А щенков, вот она ведет там штук 10 за собой, и он этих щенков, а пишет, что он взрослых переловил. Ему за каждую, за каждого щенка собаку платили. А что это была какая-то организация? Ну, в ЖЭКе учился. Он это дал разрешение. Да, потом с этого ящика их вывозили куда-то, я не знаю куда, когда уже там, ну, они же долго мертвы не будут. Ну, это... Было такое дело? Парень с ним подходит, за руку протягивает, здоровается, никто не хочет кому-то. Было такое? Ну что, их меньше же не стало? Ну, может быть, стало чуть меньше. Потом они опять наплатили. Одна собака приводит. Вот у меня собака была, она 14 штук привела. Ну, я их выкормил, продал, занимался этими собаками. Вот. А вообще одна собака приводит 6 щенков. И вот с этих 6 щенков появляется через 6 месяцев, они обратно этих 6 щенков уже дают снова 6 щенков. Вы представляете, одна собака 36 щенков она за в течение 3 месяцев приводит. Поэтому... А как бороться-то? Ну, под питомник не верю я лично, что вам кто-то выделит. Ну, никто вам в смысле, что выделят деньги. Конечно. Тут земля очень дорогая, вряд ли кто-то пойдет. Ну, а как считать, если бы выделить деньги, это нужно в городе или за пределами все-таки строить? За пределами? Не, ну за пределами, конечно. Лично я этим не занималась никогда, как я вижу решение этой проблемы. Наверное, можно их куда-то вывести, в какие-то питомники, я не знаю. Наверное, нужно стерилизовать их вовремя, чтобы не было потомства. Усыплять, наверное, тоже жестоко. Да, все-таки. Ну, а если питомник, допустим, считаете, должен быть все-таки в городе или за пределами? За пределами, наверное, должен быть. Наверное, если вовремя стерилизовать будут их, если не будет потомства, потому что каждая вот весна куча опять этих щенков. Вы считаете, да, решение это построить? Конечно, да, хотелось бы, давно уже одни разговоры. За гуманный способ или все-таки усыплять и вообще избавляться от них? Или все-таки питомники строить? Нет, как по мне, так, наверное, усыплять. Это мое мнение. Вы лично предложили бы что там, питомник или усыпить?
Не знаю, ничего не могу сказать. Какие пути решения могут быть? Денег, конечно, никто не выделит на эти приюты. Ну, так, вот в идеале, то есть приют, да, считай. Приют, конечно. Ну, уничтожать как-то жалко, все-таки, знаете. А если приют, то в городе или за пределами? Не, конечно, за пределами города. Это в городе нежелательно, это же запахи, знаете, может, кому-то не понравится. А так. Так как у нас никто приют не построит, денег не выделят, поэтому что остается? Уничтожать. Ну, их, конечно, надо собирать. Мне их жалко. Собирать но... питомник строить? Или наверное, или нет. Наверное, да. Усыплять. А вы считаете, человек имеет право на такое? Ну, это... Понимаете, если мы кушаем свинку и кушаем там все остальное, то кто у нас, китайцы или это собак кушают? Может, их всех в Китай? Ну, наверное, может, всех в Китай. Ну, ваше личное мнение. Ну, мне, я же говорю, вот у меня такое двояко. Мне их жалко, но я бы, наверное, все-таки их усыпляла бы. Знаете как, вот или вы идете, и неизвестно, что это собаки. Привита она, не привита. Да, они с чипами на ушах, но это... Еще ни о чем не говорит. Понимаете, есть вариант, когда хозяйская собака, так, она чему-то научена, она на поводке там с намордником. А есть собака, которая вот просто гуляет. Вот она сама по себе, вот она... вы не знаете, что у нее на уме и чем она сейчас может заболеть, которые признаки сейчас ее ничего не показывают. Полчаса признак показала и беда. Скажите, у вас когда-нибудь своя собака была? Нет, собачек не было. Я. Ну, я к ним никакого такого, вот знаете, ни любви, ни ненависти не имею. Ну, вот сильно много развелось именно вот бездомных, вот таких вот собак. Я думала, что эти самые приюты. Вы за гуманность? Конечно. То есть усыплять, вы считаете, это неправильно? Нет, нет. А если приют, то где считаете строить, в Южном или за пределами? За пределами. Как вы в городе построите? Ну, это все-таки, ну, хорошо, если будет он чистый, соблюдаться санитарией, это все нормально. А если будет антисанитария? Это, ну, же, нет, это же все возможно. Это даже, мне кажется, приют это сейчас лишние разговоры только. То есть вы считаете, этого не будет, да? Не будет. Почему? Просто, ну, потому что, может быть, в Южном есть такие средства, которые поставят и содержать собак. Это же надо их содержать, кормить, ухаживать, человека, быть, зарплату, понимаете? Ой, столько любителей животных. Вот я живу в 16-этажке. У нас там любят животных, кормят их, прям с трубками выносят, кормят. На тарелочках кормят. Там вот сейчас шла 4 собаки, вот так прям лежат. Ну, я вот здесь вот живу, так это самое, там вот прям в цветниках они лежат. Ну, а вы не боитесь вообще собак? Вы как с вами? Вообще, честно говоря, вот когда я со своей собакой иду, я боюсь, стараюсь обойти, потому что всякое может быть. А сами лично когда-нибудь подкармливали бродяг? Честно говоря, сегодня подкормила. Ну, как иначе? Ну, выходила, вот пошла в мясную лавку, а там такие косточки вот лежат. Я говорю, ну, дайте мне 3 косточки. Я говорю, ну, собачка вот лежит. Ну, например, если животные стерилизированы, да, то есть тут можно придумать какой-то питомник там, где... Потому что их не настроишь по всему Южному, этих питомников. Вот. То есть если они не, ну, не будут размножаться, то тогда пусть они себе живут в питомнике, не трогают людей. Новые собаки с других территорий. Пусть приходят. Пусть в каждом месте, пусть в Сычавке будет питомник, в Визирке, в Южном. Но опять-таки, мы же не можем, они имеют право на жизнь, собаки. Я думаю, что каждое биологическое существо имеет право на жизнь, что бы ни случилось. Поэтому нужно как-то, я бы не сказала, что с ними можно договориться, но люди могут между собой договориться и прийти к какому-то взаимному решению, естественно. Соответственно, все будут тянуть. Те будут говорить усыпить, мы некоторые сторонники защитники животных будут говорить, нужно строить питомники или вообще дать им возможность бегать. То есть они не должны бегать, то есть они должны бегать, но строго отведенных на то местах, я считаю. Вот. Но по поводу усыпления, ну, не, во-первых, это негуманно, вот. Во-вторых, не мы их, как говорится, породили, не мы у них должны отнимать. Вот так вот. Ты хочешь, чтобы вот не было собак вообще в городе, чтобы они были
были в прийомнике за городом? Ну, хочу, щоб мені бросались на людей просто. Опитування показало, що більшість южниців обирають гуманний спосіб вирішення проблеми, зокрема, будівництво притулку для тварин. Та коли це станеться, покаже час.